прекрасное сочинение и прекрасное исполнение, с моей точки зрения. Да? Оторваться невозможно, да? Замечательно играете. У меня, знаете, здесь какое соображение возникло? Вообще, вот такого рода сочинения, они очень хорошо развивают координацию. Надо же, да, играть, стучать, причем не в долю, синкопировано еще, да, то есть это на координацию, и мне кажется, что наш дуэт с этим блестяще справляется. И делаете это с удовольствием, правда же, да? Такая штучка весьма-весьма интересная просто, да, и очень талантливо написанная. У меня к вам тоже, знаете, такой, вы уже люди взрослые, вот когда... Значит, произведение имеет программное название, да, «По Невскому в карете». Да, ну, даже если не быть ни разу на Невском проспекте, то можно представлять, да, что там находится. Там не растут деревья, вы знаете, да, уникальность этого проспекта в том, что там нет ни одного дерева. И вот в карете, да, то есть вам лень на троллейбусе ехать, еще более лень пешком, да, можете себе позволить, да, так сказать, заказать экипаж. Вот, знаете, в начале это прибывающая карета, да, которая подается, да, а в конце убывающая. Вот даже если вы сделаете два этих события, то есть не просто вы по Невскому, да, катитесь, да, без остановок. Если вы сделаете такую увертюрную часть, вводную часть, да, и послесловие, эта пьеса, безусловно, обретет еще больше шарм. Хотя я не могу вас уличить вообще ни в чем, мне все очень понравилось, вы прекрасны, вы ритмичны, вы слажены, вот, вы интересны. Вот. Но мне кажется, что все равно, даже если просто извозчик едет в карете, да, может, он налево посмотрел, опять этот Казанский собор, каждый день, да, браво посмотрел, этот театр, этот комедий, да, едет дальше, где-то что-то он... Как? Я этого не видел. Да? Понимаете? То есть вот взглядом путешественника или взглядом извозчика, любым взглядом, но осмотритесь. Понятно, да? Вот особенно начало и конец. Понимаете, о чем я говорю? Да? Потому что вы так немножко всю дорогу... Конечно, некая монотонность в этой пьесе заложена. Да? То есть да. Едет себе и едет, едет и едет. Да? Но все же. Вот для публики было бы интересно, чтобы не просто вы едете, да, а чтобы вы еще... Когда привлекли внимание, зацепились за что-нибудь взглядом. Попробуем с самого начала. Да? Вот в начале. Вот вы откуда выезжаете вообще на карете? Откуда она выезжает? Прежде чем на Невском оказаться. Не задумывались? Он же где-то ночует извозчик, да, где-то стоит эта карета, где-то лошадь тоже должна отдыхать. Не всю дорогу же ей, да, с утра до вечера кататься, катать туристов. Ну, утро это или вечер? Утро, да. Так, замечательно. Утро, когда еще особенно транспорт не ходит. Правда же, да? Он же должен выехать, встать на исходную позицию, да, где роятся туристы, где их прям выгружают из автобусов, да, и они нанимают эти экипажи, да? Ну, вот он выезжает. Он выехал из конюшни. Правда же, да? Вот. Выехал еще, мало спал. Правда же, да? Да, еще, наверное, и не ел ничего, так выехал, потому что, ну, надо было, когда, правда же, служба такая, и мы так выезжаем на работу, да, иногда, и в школу. Надо, знаем, что надо, вот и едем, да, и не сказать, что каждый день вот с настроением геолога, правда ведь, да? Ну, давайте-ка, вот немножко вот эту мизансцену развейте, так, развить ее надо, чуть-чуть, да, вот выезжает он из конюшни, да, еще слышит, что... Телега немножко поскрипывает, да, ой, вчера хотел еще колесо посмотреть, ну да ладно, может, до вечера дотянем, да? Вот с таким настроением. В глазах, но у извозчика искорка в глазах может быть еще и со вчерашнего дня, правда же, да? Она просто еще, так сказать, не развеялась и не рассеялась, эта искорка. А я бы не играла это изначально так весело.
Да, ну вот утро, да, ну утро. Вы играете, как будто это прям полдень, и в Петербурге вдруг выглянуло солнце. То есть вы играете прям сейчас таким пионерским задором, да? А вот поиграйте что-то так немножко ленновато. Город спит, да, то есть он едет и сам еще думает, что так рано выехал? Зачем так выехал? Вообще, можно было на полчаса позже встать, и вообще и лошадь не будет, да? То есть вот с таким немножко вот каким-то... Более плавное состояние. Попробуем. Чуть-чуть вяло. Отлично. Вот-вот-вот. Его еще это не радует. Он, наоборот, его это укачивает. Он едет. Тем более здесь уже было... Что это было? А? Ухабы. Ухабы. Завалилось там что-то, да? Конечно, как тут не проснешься-то? Конечно, проснешься. Сразу сел, да? Пожалел еще раз, что вчера не подкрепил это колесо. Да? То есть немножко, знаете, вот завоевывайте внимание публики, да? Чтобы никто не начал шебуршиться в сумке, да? Что, а, эта тема, ладно, была. Сейчас я быстро достану телефон, там быстро отвечу. Понимаете, да? Я бы первое проведение сыграла бы тишайше. Едет он по пустынному проспекту, да, едет. Или уснул он, например. Вряд ли развалилось, и он починил, поехал дальше. Маловероятно. Скорее просто там уснул, да, и... этой лошади своей, да. Стой, что, куда? А, ну ладно, все в порядке, едем дальше. Да? То есть вот с каким-то, знаете, с фантазией к этому надо подойти. Можно еще раз с самого начала? Начало было замечательное, только чуть-чуть потише, да? Заставьте публику прислушаться, тем более в нашем маленьком зале, да? Все слышно, и 10 пиано будет слышно. Поехали. И удары тоже тише. Хорошо, правда, да, для начала. Это трудно, но стучать можно тоже потише. Кряхтит так тележка. Ты не должен звучать тише, чем аккорд. Понятно, да? Аккорд можно чуть-чуть еще прибрать, да, все-таки руки холодные. Погрели. Холодными руками очень сложно играть, тем более пиано. Вот цепкость матерей. Чтобы звучало. Понятно, да? Еще раз сначала. Она едет, куда ей показалось, она увидела там ведро с водой и потянулась, да? И он проснулся как раз тут момент. Понимаете, да? Давайте эту строчку, если можно. Прям вот, вот с этого пассажа. Да, больше крещендо сделай здесь, пожалуйста. И прям крещендиссимо сделай. Или парочка какая-нибудь, подружки сели.
да, подружки. И давай, смотри, на фоне мы так, такой бамс такой, на фоне ямщика бумс. Понимаете, да? То есть здесь с упоением вы продолжаете в мажоре играть. Вам так же скучно, да? А дальше... Кантабили приписано для вас, да, и звука гораздо больше, гораздо больше. Я имею в виду, конечно же, соло в правой руке, да? Да, что там перебивает? Подожди. А бум, где это было? Вот это ми, бум ты делаешь, да? Или вообще подголосок? Ми, до, до, си, до, ре, до, си, ля. Представьте себе, что здесь играет 10 скрипачей. Это, конечно, чудовищная ситуация, но в принципе 10. Пожалуйста. И. Замечательно. Не мешай ему. А мелодия, мелодия. Ну что нас завяло-то? Приведи сюда. Не надо уходить. Такая роскошная музыка, да? Роскошная побочная партия, да? Не надо ее прятать и не нужно ее сворачивать. Еще раз. Партитуре, да, и теме поможешь. Попробуем, да, с педалью ми до. Еще раз сначала. Продолжаем. Хорошо, то значит это я потеряла. Следующий раздел. Так, а здесь что происходит? Мы вернулись в минор. Что здесь? Ну, туристы вышли, да? Извозчик доволен, да, что угодил, да, угодил, что им понравилось. Мало того, еще и заработал копеечку, да, ему дали за это. Да, он доволен. Дальше что наступило? В музыке это что? Всегда, в любой. Что вот в этой? Да, что вот в этой? Да, что? Да, это секунда, одно и то же значение имеет практически везде, да? Какая-то грусть или раздумье. Стон, боль, слеза, да? Нытье какое-то, да? Особенно в медленном темпе, да? Здесь у нас же темп спокойный, да? Что здесь случилось? Сколько можно ждать? Устал, я уже устал. Да, устал. Имеет он право устать? Имеет, конечно, имеет. Но немножко здесь вот переключить. Любой нормальный человек может устать, имеет право, да? А вы продолжаете. Наоборот получается, да? Ну, зачем так делать? Пожалуйста, минор. Это аллегато. Thank you.
поддерживай там, пожалуйста, движение. Хорошо? Здесь очень важно соблюдать, да, вот находиться, пребывать вот в этом. Да? То есть 16-е должны вписываться в это движение, а не тормозить его. Можно попросить прямо? Немножко застреваешь.